Фестиваль клуба веселых и находчивых на Кубок Росатома. В гала-концерте приняли участие команды из разных регионов страны, представляющие города, предприятия и высшие учебные заведения, так или иначе связанные с атомной отраслью. Наряду с профессиональными КВНщиками на сцене городского дворца культуры выступили и молодые команды. И надо сказать, что некоторым из последних дебют удался на славу. 8 декабря Умнинск в четвертый раз радушно встретил веселых и находчивых атомщиков. По традиции фестиваль открыла команда-победитель предыдущей игры. В прошлом году главный приз «Циркониевый кубок» взяла обнинская команда «Мега». Перед выступлением парни поделились с нами, чем планировали удивить зрителей в этот раз. Будем удивлять вот этим костюмом. Он немного порван, но я думаю... Надеемся, что не только этим костюмом мы удивим. И нашими искрометными шутками. Надеемся, что это шутки, да. Я давно хотела сказать, у тебя есть сын. Индийские танцы и коровы действительно порадовали многих сидящих в зале, но не настолько, чтобы ребятам удалось сохранить за собой звание лучших. Всего в отраслевом фестивале приняли участие 11 команд, состоящих не только из работников атомных предприятий, но и студентов. Кто-то приехал в Обнинск впервые, кто-то уже был здесь на прошлогоднем КВНе. Например, команда «Все по ГОСТу» приехала в Наукоград в третий раз. Уже успела полюбиться обнинскому зрителю и отплатить ему тем же. Я не знаю, как вам объяснить словами, это то, что происходит на сцене во время выступления, и когда ты говоришь последние слова, и вот так вот тебя накатывает волной, и ты говоришь: да, вот оно, а обнинский зритель – самый лучший зритель в мире. Рассмешить обнинцев удалось и команде «Совершенно секретно» из Заречного, такой же опытной, как и предыдущая, и по-настоящему талантливой, на что указывает завоеванное на прошедшем фестивале второе место. Русалочка, тебе нужны человеческие ноги? Хорошо, я дам тебе их. Но так как я злая ведьма, я заберу твой красивый голос. Напугала, забирай. В числе дебютантов отраслевого фестиваля была новоуральская команда «Женская логика». Единственная женская команда, приехавшая на Кубок Росатома. Несмотря на большой опыт выступлений, обнинск КВНщицы посетили впервые. Поэтому очень переживали, что их женский юмор обнинцы не поймут. Однако все, и зрители, и строгое жюри, оценили выступление девушек по достоинству. Но мне плевать, если ты опустишь, если шубе купить не сумеешь, а мне больше ничего и не надо, лишь бы тело хотело со мной рядом. Первый раз у нас такое получилось, что зал не давал даже нам дыхнуть, мы просто вот... Вот на самом деле я вначале боялась, что вот мало зрителей, мы никого не знаем, нас тоже никто не знает. Ну, вдруг такая волна смеха. И от этого мы еще больше. И это так накрыло, и вообще это стоило ехать, лететь, стоять в этих пробках, потеряться в этой Москве. В результате звание победителей отраслевого фестиваля команд КВН «Росатома» было единогласно решено присвоить «Женской логике». Девушкам был вручен переходящий циркониевый кубок, а его малая копия останется в Новоуральске навсегда. Женская логика! Главными редакторами и помощниками команд были известные КВНщики, представители высшей лиги Александр Юдин и Заур Байцаев, которые вместе с обнинским зрителем высоко оценили атомный юмор. Как отмечают профессионалы, качество и уровень подготовки и выступлений участников растет с каждым годом, что не может не радовать. Команды сильно превзошли мои ожидания. Все молодцы, все старались, все сделали сегодня все в силу своих возможностей. Ребята развиваются, я думаю, что в следующие года все будет только лучше и лучше. Субботний КВН проходил в традиционном формате, но в дальнейшем планируется привнести некие новшества. И хотелось бы здесь, в Обнинске, собрать не все команды, которые у нас могут приехать, а именно чемпионов. И сделать некий такой, типа, Лига чемпионов Росатома, да, ну, как-то так. Но пока это на уровне идеи, надеюсь, что она реализуется. Надеемся, что все задуманное организаторами осуществится, и проведение такого отраслевого фестиваля команд КВН «Росатом» поможет привлечь в отрасль еще больше молодых специалистов. В субботу в ГДК было в очередной раз доказано, что мирный атом – это не только очень серьезно, но и очень смешно. И Обнинск об этом знает, как никто другой. Илона Микотина, Антон Кузьмин, Михаил Румми, Алексей Резвых, телекомпания «Крылья».